Тверской области в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столбенского состоится культурно-просветительский форум. На его проведение направят почти 6 миллионов рублей. Ожидается прибытие митрополита. Без горячей воды и отопления сегодня останутся жители ряда домов Пролетарского и Заволжского района. Блага цивилизации коммунальщики планируют вернуть через 24 часа. Хорошая новость для жителей Калининского района и поселка Химинститута. В Центральной районной больнице сегодня открылось гинекологическое отделение. Это особенно актуально после пожара в детской областной. Минувшую пятницу в загородном отеле «Барская усадьба» в результате взрыва в котельной загорелся зоопарк. Огонь тушили водой из бассейна постояльцы и работники отеля почти 5 часов, пока им не прибыли на помощь пожарные. 18 марта в библиотеке имени Горького подвели итоги областного поэтического конкурса «Неоновая муза» и назвали лучшего молодого поэта Тверского региона 2017 года. Им стала Алина Проценко.